бабочка чёрт по лоховке, вместо того, чтобы садиться на цветочки, решила сесть на березу, чтобы питаться березовым соком. Этого я ни разу не видел. На моей памяти даже нигде не читал. Камера все время не в фокусе, поэтому не видно хоботок, как сам процесс, как она питается. В фокусе задний план, а передний план бабочка не в фокусе. Вот что-то. Бабочка прилетела на водопой. Березового сока ей показалось мало. Маловато.